Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Vikingsonal, Silent Hill 3 oyuna davam edirik, ən son burada qalmışdıq və magnetofona baxırdıq. Əslində baxmırdıq, amma indi baxırıq. Qaç etə salaq. Ты знаешь о том, что случилось здесь 17 лет назад? Ты была здесь очень долго? Ты, должно быть, знаешь детали. Группа язычников, ослепленных земными желаниями, плюют на лик Бога. Они пытались использовать знак Метатрона, чтобы не допустить Господнего пробуждения. Но Бог ведет неверующих прочь и бросает их в бездну. Но благодаря их злобе, Бог был не способен родиться правильно. И с тех пор он дремлет в колыбели Святой Матери до времени пробуждения. Это все, что я знаю. Да уж. Ладно, спасибо. Отец Винсент. Я слышала, что Святая Матерь была найдена. Это правда? Алессу нашли? Клавдия сказала это? Да. Тогда это должно быть правда. Чутье редко ее подводит. Слава Господу! Может, это из-за ее большой веры. Но я никогда не был таким, как она. И не хочу. Я тоже. Правда в том, что сестра Клавдия меня немного пугает. Теперь давай оба продемонстрируем нашу веру, забыв об этом маленьком разговоре, хорошо? Да. Но значит ли это, что эта земля все-таки будет домом вечного рая? Если такова воля Бога, сестра. Если такова воля Бога. Вечно. Üçü birden ha. Bunlar bildiğimiz bosslu ama balacalardan da elə bil. Ya Allah. Buradaki nedir? Axırıncı fragmenti tapdıq. İndi gedə bilərik. Thank you.
Yine etraf biri oldu ye. Səs adamı həqiqətən də qorxudur, ə? Bunu onsuz oxumuşuq, amma ki yazmayıb da, nə etmək lazımdır. Kolleksiyasına bax, sən canı. Rüptün fragmentləri üstümüzdədir. Başladıq da. Bir saniyə gözləyin. Mənim yadıma gəlir, ancaq belə də Hasan olanı, amma normal bilmirəm hansıdır. Deməli. Hələ ki, gözləyin.
2 saniye, sabrı olun. Bunu bura. Bunu bura. Bunu da bura. Şu. Tez-tez yadımdan çıxır bu. Hatta çoxdan oynamamışam deyə. Geldik. Что я хочу, чтобы вы сдохли оба. Это было бы так мило. И я бы успокоился. Когда ты перестал верить в Бога? Бог жив. Просто оглянись вокруг. Но я действительно верю в Него. Но по-своему. Я боюсь Его. Я обожаю его, но я не потерял разум, как ты. Ты думаешь, это дело рук Господа? Может, это все просто твой собственный кошмар? Ты прям как Олеса 17 лет назад. Если это действительно деяние Бога, то я думаю, что у него плохой вкус. Ты смеешься над Господом, предатель, ты попадешь в ад. Только не это. Кем ты себя считаешь, выбранный познать волю Господа? Иди домой, Винсент. Домой? Эта церковь и есть мой дом. Я построил ее моей силой. Силой денег, на которые ты смотришь с презрением. Хотя я утверждаю, что этот зверский сценарий твой. Если ты продолжишь мешать мне... То ты убьешь меня? А? Ладно. Прибыл почетный гость. Тогда начнем этот приятный вечер. Хезер, давай, убей эту сумасшедшую стерву. Это демон, который смеет говорить от лица Господа. Время пришло. Можешь убить ее сейчас. Отправляйся в ад. Что ты сделала? О, ничего особенного. Ты не собираешься убегать? Думаю, это конец. Нет, начало. Как сказал Винсент, время пришло. Олеса, мне жаль, что ты не согласилась с этим сама. Но я благодарна тебе за обучение Бога всей ненависти в твоем сердце. Пришло время освободиться человечеству от уз греха, связывающего их. Но Бог с врожденной ненавистью не может сделать идеального рая. Ты знаешь, счастливые люди так жестоки. Поэтому так трудно поверить, что симпатия может появиться из боли и страдания. Почему ты не веришь в милосердие Господа? Почему ты держишься за этот порочный мир?
Ты знаешь, что спасение только в Боге. И тебя тоже спасти? Много хочешь? Уж лучше я отправлюсь в ад. Нет, не думаю, что я спасусь. Но мне наплевать. Олеса, дорогая, за ту боль, что я причинила тебе, я не хочу милости. Даже если это было ради спасения человечества. Это слишком большой грех. С моей стороны было самонадеянно пытаться ускорить день его прибытия. Были принесены жертвы, и это мои грехи. Если ты чувствуешь свою вину, почему бы тебе не пойти к черту? Хезер, используй печать. Винсент? Элисах Дио. Символ Метатрона? Теперь твои глупые мечты закончены. О, печать — это кусочек мусора. И что ты можешь с этим сделать? Ты действительно думаешь, что это может убить Бога? Мне жаль видеть твою смерть из-за глупости моего отца. Что? Ты жалок. Öldürdü ya yazığı. Но Бог любит даже тебя. Нет, Талесса, теперь тебе некуда бежать. Дебахар. Боже! Признай это, Алесса. И боль исчезнет. Я так долго ждала этого. Даже будучи ребенком, я знала, что увижу приход этого дня. И верила, что он все-таки настанет. Судный день! Олеса! Заткни свой рот, стерва! Şimdi bakın, ama öldürmeyi olmaz ha. Ya onu vursaz, ya öleceksiniz. Bunu götürürsünüz, bunu istifade ediyoruz. Все. Что ты делаешь? Папа. Бог почти здесь. Что это? Олеса, что ты сделала? Что ты проглотила? Что это?
Все. Кажется, у Бога не получилось. Стой! Это Бог! Эстафурла. Клавдия? Олеса, ты не можешь убить его! Я рожу! Я рожу Бога! Если ты не можешь, Олеса, то это сделаю я! Клавдия? Бунунки олса олса дэжжалдан башка хеч не олмаз. Həqiqi yaradan özünü heç göstərməzdi. Videomu bilə-biləyə bıraxmıram. Silahımızı dəyişirik. Tapancaya gedək. Seçək, vəsə. Son dəfə baxaq buralara. Şey, getdik. Ты не можешь умереть. Я должна убить тебя. Он суки соснал, да? Это Бог? Все, баштаду. Яхун, гетмирей. Daimi şəkildə vururuq onu. Hop. Ay Allah. Baxar canımız nə qədərdir? Yaxşı ki, apseçkamız buldu. Avtomatı işlədim ki, ürək bizə qalmasın da. Bu kadar.
Гюллесу кутарды, все. Гетти дай. Компалынем бу месафетам. Гер яхун дураса, не он где дураса. Mesafe çatdırır, fikir verirsiniz. Çox deyilsə, uzay ödəyəcək ki. Öldürdük onu. Это конец? Пришло время платить за все. Ты баха гюре де, ансы сон бизи гёздеюр. Ики жюр сон вар бу ойунда. Хейзер, все закончилось? Нет, еще. Потому что ты еще жив. А? Что? Не пойму. Шутка. У тебя дурацкие шутки. Извини. Хейзер, а ты... Не называй меня так. Я больше не прячусь. Тебя называть настоящим именем? Как оно там? Шерил. Имя, которое дал мне отец. Ты и цвет волос хочешь вернуть? Я не знаю. Мне кажется, блондинкой быть веселее. Фикер вердюс парк да нормаллашыбы, яны, хэр шей нормаллашты. Bu yaxşı sondu yəni, pistir. Bundan sonra ucə Silent Hill 4-ün çəkimləri başlayacaq. Ya dediyim ki, bu oyunları heç birini Steam-də tapa bilməz. Steam-də satışı yoxdur. Ümumiyyətlə, Steam-də yazsın belə axtarsaz tapa bilməz. Amma 5-i var. Все. Сколько в Торте souls, so outrageous the toll.
oyunumuzu bitirdik de nihayet. Neyse, benden bu kadar. Sağ olun, salamat kalın, üzü yaxşı baxın, kanala abone olun, like atın. Bu seri ümumiyyətlə bitməyib, dedim yollar. Davam eləyəcək hələ. Salamat kalın, sağ olun.